Инсценировка и постановка. Олег Жукжда, хорошо знакомый рязанскому зрителю по таким работам, как «И наказание», «Снился мне сад в подвенечном уборе», «Лафертовская маковница», «Женитьба», «Король олень», «Айболит». Совсем скоро зрители ждет встречи с еще одной премьерой от режиссера «Маленькими трагедиями». И если апокалиптические видения адресованы зрителям старше 16 лет, то «Стойкий оловянный солдатик» предназначен для семейного просмотра. Время действия не так давно. Мы так тебя ждали! Тебя искали! Ой. Старик, ты настоящий герой! Я в тебя верю! Ой, да! А как я в тебя верю? Ой, как! Но я больше в него верю! Да нет, что ты, я в него больше верю! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я в нет, него! Нет, я! Дай тебе, дай тебе, дай тебе, дай тебе! Ты опять за свое! Вот тебе, вот тебе, вот! Война! До последней капли крови! Я тебе покажу! Ты мне вечно будешь в плену сидеть! Очевидно, война совсем близко, но дети продолжают играть. Они придумывают свою сказку, и текст Андерсена предстает в новом свете. Живой, увлекательный, близкий. Он чувствовал, что он тает, но по-прежнему держался стойко, крепко сжимая ружье. Почерк Олега Жукжды узнаваем. Глубина, индивидуальный взгляд в душу каждого зрителя. Все это делает спектакль особенным. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».